Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады видеть вас на очередном концерте «Дню студента». Я слышала, День студента приближается, правда? Да, это так. А наши первокурсники еще даже не посвящены. Значит, мы проведем еще один великолепный вечер. Нет, потому что великолепный вечер будут проводить наши дорогие первокурсники. Но они же ничего не умеют. Сейчас проверим, что они умеют. Ну давай, я правда посмотрим не посмотрим на них. Под ваши аплодисменты, естественно. Внимание, внимание, уважаемые преподаватели и студенты! Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в страну студенчества. Наш самолет ожидает вас на посадку. Просьба занять свои места согласно купленным билетам. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от вина. Технику на аэровокзале. В сентябре на самолет посадку объявляли. За штурвал все опытный пилот. Проверенный пилот. Для штурмана с радистом не первый наш полет. Толпой очень шумные расселись первочки. Из них избрали старост. Вот бортпроводники. Подняли судно в воздух. За знаниями летим. Тех знаний просто туча. Порой что мозг мутит. Уважаемые пассажиры, чтобы не было скучно в полете, предлагаем музыкальную паузу. Наш борт набрал высоту 3100 метров. За бортом радостная и праздничная атмосфера. Температура близка к норме, и мы подлетаем к горе Олимп, на которой, по легенде, жили боги. Умнейшая богиня Афина, сороногая Диана, богиня охоты, прекраснейшая Афродита, бог студенчества. Давайте посмотрим. Проходите.
Во-первых, попрошу не называть меня стипендией, потому что, учитывая размер нынешней стипендии, это звучит довольно оскорбительно. Как тебя тогда называть? Халявин? Вечно опоздали? Или шпаргал? Ладно, зовите меня стипендией. Ну, к делу, к делу. Ну, стипендии, расскажи, как прошли твои первые месяцы учебы. В трудах, тяжких и праведных. Так ты будешь рассказывать своим родителям, когда домой вернешься. Меня ты ни на одну мою лекцию не пришел. Да я потом у Дианы все сфотографирую. Коллеги! Коллеги, я не греческому плохо разговариваю. Я считаю, что вы слишком строги к мальчику. Послушайте эту муку на женщину. Все мы, за исключением, конечно, меня, не идеальны. Я красивая. Вопрос. Коллеги, а во что наш студент одет? Он курит, спит на лекциях. Ну? Это Луи Виттон. Стипендий, изгонять мы тебя будем. Все, не нужен ты нам здесь. Афина Зевсовна. Знаешь, твои друзья, коньякусы, конфетти уже здесь не помогут. Да, все. И по военкоматус уже спрашивала тебе. Афина Зевсовна, у меня уже кровка. Ну, ты говоришь. Ну, может быть, но не надо, но может быть что-нибудь можно придумать там что-нибудь, я как-нибудь там бумага на кафедру. Там. Ну, Афродит Степанов. Это не прокатит здесь. Это Олимп, а не сборная России по футболу. Ну, если это хорошая новость. Как это называется, короче, когда ты бабки платишь и учишься, как это называется? А, платное обучение. Платное обучение. Великолепно. Сколько? Ну, короче, давай. У меня в тунике карманов нет просто. Пойдемте, не здесь. Нет, не здесь, моя доля там, моя скатка. Вот видите, как бывает. А мы желаем вам легких учебных дней, профессиональных знаний, вырасти и стать асами своей профессии. Объявляется музыкальная пауза. Ha 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 ha
потолкался с железяками, если свой мотик наладил круче соседского бумера. Из тебя вырастет точно что-то полезное. Специалист не в квадрате, а в кубе. А где он заводится? Я не знаю. Давай позвоним в техподдержку. Давай. А там вас держит. Нашла, нашла. Алло. Здравствуйте, это техцентр. Здравствуйте. У нас машина не заводится. Хорошо. Давайте узнаем, какая в вашей машине марка, а модель. Какая модель? Я модель. Это я модель. Нет, я модель. Я машину купила в магазин ездить. Она мне не включается. Хорошо, успокойтесь. Давайте проверим вначале топливо в бензобаке. Видите на панели стрелочку? Какая панель? Сама ты панель, я тебя не на панели нашла. Видите стрелочки около руля? Допустим. Там две буквы Е и Ф. Куда стрелка показывает? Прямо. Хорошо. Топливо есть. Проверим работу аккумулятора. Нажмите на клаксон. Ой, еще раз. Дерья. Пип. Допустим. Ставьте ключ зажигания в замок зажигания. Я понял. От дома ключи еще. Давай ключи свои, Антона, я поняла. Ой, не вставляется. В общем, вы мне надоели. Пока. Пошли искать. Я знаю, что филиалы философского техника. Давай туда позвоним. Давай. Давай. Алло, здравствуйте. Краснознаменский филиал. Просите, пожалуйста, твоих самых хороших работничков. А мне вот этот нравится. Все, спасибо большое, ждем. Пока. Наш самолет произвел посадку в городе студенчества. Мы рады вас приветствовать. И давайте познакомимся с его жителями. Мы хотим рассказать, кто такие студенты и каковы их особенности. Студент мало спит, к сожалению. Много ест, когда дают, никогда не плачет. От него плачут другие. Ты говоришь правду? А вот это только кажется. Ладно, рассмотрим представителей студенческой расы. Студент обыкновенный, вид обучающийся. Обычно студентов можно заметить в местах распространения продуктов питания. Передвигаются они небольшими группами, употребляя большое количество продуктов питания. Обед! Куда? Характерный и широко распространенный вид. Крошник обыкновенный. Постоянно пребывает на грани отчисления. Имеет при себе тетрадь под названием «По всему». Листочек? Солидарен.
Мужской представитель этого типа в осенне-весенний период опасается получить путевку в зеленый заповедник под названием «Армия». У меня плоскостопие. У меня сколиоз. А я еще не придумал, что у меня, но что болит. Тип опоздунец. Постоянно не выспавшийся представитель студенческого племени. Пребывает в состоянии покоя и медленного сна. Ленив, малоподвижен и пассивен. Извините, опоздал. У меня сейчас пара, но я пойду, наверное. Да. Хорошего дня. Студент влюбчивый. У представителя женской особи яркий макияж, высокий каблук, ищущий взгляд. Как правило, такие особи непостоянны, но прибывают в постоянном гости и смене объектов внимания. Самый правильный. А вообще студенты самый жизнерадостный и оптимистичный вид человечества. Проехав все моря и континенты, пускай тонограф книгу занесет, что есть такая нация студенты, веселый и особенный народ. Дорогие первокурсники, мы предлагаем вам экстравагантную памятку по научной организации студенческой жизни. Запишите секретный код для обращения к родителям. Все хорошо, подпись «Студент». Срочно! Требуется уйма денег, есть нечего, точка. Свежая кровь пришла, еще даже не посвящена. Я думаю, пришло время посвятить их. Скажу тебе. А я, пожалуй, посвящу учителей. Все они не любят пение. Все предметы одолею.
сдам экзамены, зачеты. Не боюсь с тобой работать. И терпения наберусь. В этом я, студент, клянусь. Мало быть хорошим, мало. Стану я профессионалом. Это я решаю твердо. Это заявляю гордо. Это путь к моей мечте. И не может быть иначе. Прочь сомнения и грусть. Быть студентом я клянусь. Ура! А почему мне крыша надеть для меня означает, что я маленький? Я 124 говорю. А Вова забыл. Ключи взял. Рустем, сзади, Володь. Наш концерт подготовили, придумали и сыграли. Студенты первого курса, технологи, шаг вперед.